И Артемьева, она тренируется у Евгения Рукавицына в Санкт-Петербурге. И мы смотрим и болеем за Машу. Молодец, тройной лук, тройной тулуп с небольшой помаркой. Не знаю, и тулуп немножечко не докрутила, но не знаю, как отнесутся к этому судьи, но это два тройных в каскаде. Сложнейших тройных, сложнейший каскад, лук, тулуп. Ах, нет. Тройной ридбергер, к сожалению, не получился. Досадная неудача в тройном ридбергере, она как-то вроде бы пошла хорошо, но чуть-чуть на выезде не доработала, и досадное падение. Молодец, Маша. Справилась с двойным акселем в конце и вращение комбинирования. Очень красивые линии в либеле. Вообще очень стройная, красивая фигуристка. Что для девочек-одиночниц редко когда бывает высокая, потому что сложнее высокой девушке исполнять тройные прыжки. Но Машенька очень красивая, стройная. С линиями и прыгает. Да, вот заклон. И Бильман прекрасно выполняет Маша. И заканчивает свою...